Королева музыки, скрипка, завораживающая гармонь, сказочная балалайка. Яркое выступление ансамбля из Чрышского района приковало многочисленные взгляды прохожих, гостей фестиваля традиционных культур. Бирюзовая Катунь минувшие выходные стала центром притяжения народных умельцев, мастеров и музыкантов, которые приехали на Всероссийский фестиваль заявить о самобытности своего народа. Наш район старожильческий, то есть у нас проживали старобрядцы и казаки, и крестьяне первой волны переселения. Культура старобрядцев – это очень своеобразные такие пласты, которые требуют продолжения изучения и воплощения в традиции, то есть современными коллективами. Знакомим с традициями, со своими корнями. Ну, я-то вот что хотел сказать, что то направление музыкальное, которым мы занимаемся, то есть именно глубокие песни, они, к сожалению, не получают широкого распространения среди людей, обыкновенных, простых людей. Им, конечно, ближе музыка современная, чем та глубокая. Главное, что на этом фестивале мы можем встретиться с такими же коллективами, как мы, пообщаться с подобными поддержать друг друга. Заряжаюсь опытом, скорее всего, здесь, чтобы на следующий год уже, наверное, наши коллективы могли сюда приехать, чтобы я им мог рассказать, что у нас здесь есть, что у вас здесь есть. Вот, и с какими бы концертами они бы могли бы выступить здесь. Музыкант и известный фольклорист Сергей Старостин отметил, что за 10 лет существования фестиваль стал мощнее, обрел крылья и стал больше, чем просто праздник. За время фестиваля, с начала его, да, стали возникать фестивальные семьи, что я считаю очень хорошим признаком, очень положительным моментом. А если возникают фестивальные семьи, появляются на свет дети. И эти дети, уже некоторые из них, собственно говоря, водят хороводы и приезжают сюда. То есть как мы имеем дело с продолжением, с наследованием традиции, которая чуть-чуть от нас не увильнула, чуть-чуть не ушла в небытие. Хороводы, конкурсы, дегустации, мастер-классы. А под занавес праздника, по традиции, масштабный гала-концерт с участием многочисленных фольклорных коллективов. Поверьте, уже с завтрашнего дня мы начнем думать о том, о чем вас удивить в год следующий. И это очень приятная, захватывающая, добрая работа. Я хотел бы вам всем пожелать добра, мира, здоровья всем вам и вашим близким. И, рискнув перефразировать фельдмаршала Александру Васильевичу Суворову сказать: мы россияне, какой восторг! Вы не представляете, откуда мы приехали. Мы приехали из Палика, из Ивановской области. Это 4000 верст на своей машине. И вот этот воздух, вот это впечатление, вы не представляете, как это здорово! Работала и выставка-ярмарка «Живое ремесло». Неповторимые работы от нарядных кукол до керамики представили свыше 30 мастеров из разных регионов России. Гости приобретали на память уникальную продукцию, любовались, гуляли, наслаждаясь духом праздника, как, впрочем, и самим местом проведения фестиваля. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.